Всем привет, друзья! Вы на канале Мобильный Мир. Сегодня мы с вами разберем самый отвратительный сервис электронных платежей, который называется PayPal. Извиняйте, я сегодня буду бомбить, потому что я уже больше недели с ним мучаюсь, и настало время вам рассказать, что это за фигня такая. Но перед тем, как мы начнем разговор про PayPal, хочу порекомендовать вам хороший магазин. Покупайте оригинальную технику Apple с официальной гарантией в магазине Restore. Новые модели в первый день продаж, гибкая система скидок и программа лояльности. Ссылка в описании. Итак, начнем издалека. Что же такое электронные сервисы платежей? Ну, дело в том, что мы в современном мире все меньше и меньше пользуемся наличными денежными средствами. Все больше мы что-то покупаем в интернете, расплачиваемся картами, электронными деньгами, всякими Юмани, Киви и прочими радостями жизни. И есть такой, между прочим, всемирно известный сервис PayPal, которым я давно пользуюсь, хотя не по собственной воле. Как это так случилось? Вот порядка 5-6 лет у меня есть аккаунт PayPal. Дело в том, что когда-то я был большим поклонником серии игр Need for Speed и Battlefield. Они для компьютера продаются в магазине Origin от компании Electronic Arts. Так вот, в этом магазине почему-то у меня не получалось просто взять и с помощью банковской карты купить себе какую-нибудь игру. Мне система предлагала привязать банковскую карту к аккаунту PayPal, а потом уже через этот PayPal, собственно, покупать игры. Так я, в общем-то, и сделал. У меня никогда не было денег на аккаунте PayPal, я просто использовал его, можно сказать, как прокладку для покупки игр в Origin. И меня все абсолютно устраивало. Какая разница, как тебе покупать игру, если она покупается за ту сумму, которую ты видишь, нет никаких ни скрытых, ни обычных комиссий. Все было хорошо. Но никогда на PayPal я вообще внимания не обращал. И вот 2021 год наступил, у меня произошло событие, при котором я должен был получить небольшую сумму денег, буквально 1000 рублей, от одной иностранной компании. И когда я называл там банковские реквизиты, Юмани, Киви, на это все мне отвечали, что мы не можем на это прислать, у нас слишком большая комиссия, все дела. Есть у вас PayPal? Я подумал, ну вообще-то есть. Вообще-то есть, я же 6 лет подряд покупаю игры через PayPal. И подумал, а какая разница? Вот какая лично мне разница? Ведь все системы электронных платежей работают примерно одинаково. Мне пришлют эту 1000 рублей, я закину себе на номер мобильного телефона и буду с удовольствием месяц там дополнительно пользоваться мобильной связью, интернетом. Чё плохого-то? И, в общем-то, согласился. И тут начинается самое интересное. Деньги мне без проблем приходят с аккаунта PayPal на мой аккаунт PayPal. Сумма небольшая, чуть больше 1000 рублей, и я сразу подумал, а закину я себе на номер телефона, почему бы и нет. И я вдруг заметил, внезапно, что именно в этом сервисе электронных платежей абсолютно нет никаких способов внутри аккаунта потратить деньги. Я могу либо перевести эти деньги кому-нибудь на PayPal, либо могу вывести на банковский счет. Других вариантов нет. Оплатить Билайн, Мегафон, МТС – забудьте. Оплатить какую-нибудь там Сбераптеку условную тоже нет. Вообще нет возможности никак потратить деньги. Вы спросите меня, а как же тогда PayPal, ну, в принципе, все эти операции проводят, на самом деле-то можно с него платить. Суть тут такая, что если вы зайдете в какую-нибудь там пиццерию, ну условно на сайт пиццерии, захотите заказать пиццу, и если там будет значок «оплатить с помощью PayPal», то вы сможете оплатить со своего аккаунта. Но внутри аккаунта PayPal у вас нет никаких возможностей по оплате. И вот мой мобильный оператор, я зашел себе специально в личный кабинет мобильного оператора, решил провести оплату, и мне оператор предложил только банковские карты, электронные кошельки без PayPal. И, в общем-то, все. Ну и Google Pay, Apple Pay. Все, других вариантов нет. Я расстроился и подумал, ну ладно, ничего страшного. Все-таки сумма небольшая, но надо вывести себе на банковский счет. И вот тут начались самые настоящие карусели. Я сначала попробовал вывести деньги на свой банковский счет с помощью приложения PayPal на мобильном телефоне. И каждый раз, когда я вводил данные, причем я вводил нормальные данные, именно реквизиты банка, не банковскую карту,
реквизиты банка, мне каждый раз выдавало ошибку. И я сначала подумал, что, наверное, банк, которым я пользуюсь в основном, он, наверное, не подходит для этой операции, чего-то, наверное, не так. Попробовал другой банк, более, скажем так, известный во всем мире, как главный банк России. То же самое. Не получилось. Я решил чисто на пробу зайти не с телефона, не с мобильного приложения, а именно с десктопной версии. То есть в браузере зайти в аккаунт PayPal и там сделать все необходимые процедуры. И, о чудо, все получилось. То есть мой банковский счет привязался к моему аккаунту PayPal. После чего система мне сообщает: мы тебе отправим пару копеечек на твой счет, чтобы подтвердить, что счет настоящий. Хорошо, без проблем. Я готов подождать, когда эти деньги придут, небольшие, потом их назад спишут как возврат, а я подтвержу свой аккаунт. Это вопрос безопасности. Безусловно, это важно. Но я эти копеечки ждал трое суток. Как вам такое? Ну, то есть, это очень медленный вывод средств. Вы так не считаете? По факту, сегодня перевести какому-нибудь человеку деньги по номеру телефона вообще не составляет никакого труда. Это настолько просто, ну, не знаю, как расплатиться с помощью Apple Pay за кофе в Макдональдсе. Ну, то есть, вообще никаких проблем. Здесь же вот такая вот свистопляска. Хорошо, деньги пришли, я свой аккаунт подтвердил. И вроде бы на этом эта грустная история должна закончиться. Но нет, ребятки, она только начинается. Я начинаю выводить деньги и спотыкаюсь на этапе запросить код SMS для того, чтобы подтвердить операцию. Код просто не приходит. Вообще не приходит. Я делаю первый раз, второй, третий и на четвертую попытку запросить код, меня блокируют, что в принципе, наверное, нормально, но почему код не приходил? Вот в этом проблема. И я начал искать техническую поддержку PayPal. На самом деле найти ее не так просто. Она завязана где-то в глубине, где-нибудь там, где живет Губка Боб и Патрик. Вот примерно на таком же уровне, на дне океана находится. Я нашел номер телефона и позвонил в техподдержку PayPal. Довольно приятный молодой человек мне ответил, что так вы только недавно активировали вашу привязку к банковскому счету. Вы что, хотите прямо сейчас деньги вывести? Нет, дружок, подождите 24 часа. Я подумал, наверное, в этом есть какая-то логика. Хотя, казалось бы, я только что подтвердил, ожидая трое суток, внимание, банковский счет. Мне надо ждать еще сутки. Как вы понимаете, если бы это были мои последние деньги, то, скорее всего, я бы уже умер от жажды, потому что четверо суток без возможности потратить свои деньги – это не очень, прямо скажем. Итак, я не особо верил в эти 24 часа ожидания, но таки поверил молодому человеку. Проходит 24 часа, я повторяю операцию, и как думаете, у меня все получилось? Я вывел деньги? Нет, друзья, конечно, у меня ничего не получилось, и снова на номер телефона не пришел никакой код, который я запрашивал. В этот раз я уже 4 раза вводить не стал. Я знаю, что это чревато тем, что какой-нибудь парень тебе скажет: еще подождите 24 часа, вы тут, зря столько раз вводите, вы что, психопат, что ли? И я решил, уже на второй раз, думаю, все, не буду вводить, напишу уже в чат, потому что телефонный звонок отследить достаточно, трудно, чтобы, проследить хронологию событий. Я решил написать в чат, благо он есть в аккаунте PayPal. И мне в этом чате ответили. Вы это, конечно, все увидите на экране, но тем не менее я это зачитаю вслух. Здравствуйте, Иван Сергеевич. Меня зовут Юлия. Привет, Юлия. Спасибо, что обратились в службу поддержки клиентов PayPal. Советую вам заходить в систему в режиме инкогнито. В большинстве случаев помогает успешно вывести средства. У меня два вопроса. Первый. А вот если я не умею входить в режим инкогнито? То есть PayPal, всемирная система, которая наверняка пользуются не только продвинутые юзеры, но и пенсионеры, которым по 80 лет. Некоторым, какой-нибудь бабушке, например, внучка может прислать через PayPal деньги на жизнь, к примеру. Какой режим инкогнито? Вы чё вообще? Как вы работаете? Ни один банк не требует такой Это был первый вопрос. Второй вопрос. Что значит «в большинстве случаев»? Вы что, сами не знаете, как работает ваша система?
В большинстве случаев то, что со мной происходило, должно иметь какую-то объективную причину, согласитесь. То есть почему-то мне смс-код не приходил. Для этого должна быть причина. И ответ в большинстве случаев помогает, меня не устраивает, потому что мне нужно понять, какой мой это случай. Хорошо, ладно. Естественно, в режиме инкогнито ничего не произошло. Не пришел мне никакой код. И я написал, не помогло, смс-сообщение все равно не приходит. Ответ удивительный. Иван, вам необходимо подождать 24 часа и попробовать с полной версии сайта. Я, в принципе, понял, что, скорее всего, эти деньги я никогда не выведу. Но чисто вот ради интереса решил продолжить всем этим заниматься. Мне кажется, что эти деньги останутся здесь навсегда. И однажды мои потомки зайдут в мой аккаунт PayPal, он будет в истории браузера, и скажут: «О, ничего себе, 1000 рублей, можно Ролтон один купить». Итак, прошло 24 часа. Я захожу в свой аккаунт PayPal, уже у меня истерическое состояние, думаю, сейчас ничего не придет. Ну, прям железно. И тут бац, приходит смс-код. Я в шоке на самом деле. Мне PayPal прислал на номер телефона смс-код. Я судорожно ввожу этот смс-код в аккаунте с надеждой, что я наконец-то избавлюсь от... вот этой вот электронной площадки, да, и забуду о ней как о страшном сне, никогда не вспомню. После того, как я ввел смс-код, и система мне сказала, что операция проведена успешно, к сожалению, я это заскринить не успел, я был в большой эйфории, что у меня получилось. С тех пор аккаунт PayPal стойко делает вид, что я вообще ничего не совершал. У меня по-прежнему на счете PayPal спустя пару дней 1045 рублей 29 копеек. И по сей день, если посмотреть все операции, то здесь нет операции вывода денег. Нету. Система не хочет выводить мои деньги даже после того, как я подтвердил это кодом. Спустя столько дней, часов, усилий, я потратил свою жизнь ради 1000 рублей. Достаточно много времени, я хочу сказать. И вы знаете, я мог бы повторить еще раз, попытаться вывести деньги, да, еще раз запросить смс-код, который, скорее всего, в этот раз уже бы пришел. Но я решил, вы знаете, я оставлю эти деньги здесь, как напоминание о том, что есть всемирно известные компании, есть всемирно популярные сервисы, которые на самом деле являются куском. И не все то, что распиарено, это хорошо. И не все то, что американское, конечно же, тоже хорошо. PayPal – днище. Во всяком случае в России. Не знаю, как там в Штатах, не знаю, как в Европе. Я знаю, что, например, в Украине PayPal активно используется. Если вы с Украины, напишите. Но у меня даже не осталось сил шутить или злиться. Это трындец. Вот. Это худшее среди технологий из того, что я сталкивался, ну, как бы из того, что, с чем я сталкивался за последнее время. На этом у меня все. Если вам понравился этот ролик, может, он вас посмешил, позабавил, или вы позлорадствовали надо мной, всякое может быть, ставьте лайки, конечно же, пишите комментарии, не забывайте нажимать на колокольчик и, конечно же, комментировать видео. Да, комментарии важны, комментарии нужны. Комментарии впишите как можно больше, я их активно читаю. Увидимся в следующих видео. Пока, друзья!